Йоу-йоу-йоу, всем привет, дорогие друзья! Это новое, сумасшедшее, пушечное, бомбическое видео на нашем канале. Русланчик, привет! Всем hello, everybody! Ты готов, кишка? Я тебе сейчас... Ду-ду-ду-ду-ду! Еще раз. Набираем водичку. Руслан купил... Ну, сколько? Это... 3 килограмма? Да. 3 килограмма... Вареничка. Вареничка. Бабуль, привет! Добрый вечер. Ты что, телевизор смотришь? Новости хочу послушать. А, но мы тут будем кино снимать. Я не знаю. Хлеба купил, продуктов, да? Да. Все порядочно. Так, водичка набралась. Ставь воду давай. Зажигаем. И начинаем, блин, готовочку нашу. Воу-воу-воу, встал. Все, крышкой накрывай. И полетела бомба. Надо даже вторую кастрюлю. Друзья, в общем, будет сумасшедшее видео, где мы будем поедать огромное количество вареников. Это не замороженные 3 килограмма, а когда сварятся, наверное, 4 или 5 будет, мы их сважем обязательно. И будем поедать мы с острыми ингредиентами, а именно. Что? Именно чили. Кетчуп, аджика острая, горчица и красненькая. Хрен! Слышь ты, блин! Тихо, тихо, ты куда заходишь? Комардёба, бабидёба. Друзья, на канале Дима Евсенеев выйдет видео про нашу новую покупку. Это сумасшедший комп, там все. Подробно вы увидите, ссылка в описании. Заходите, смотрите. Да, мы купили себе крутой комп, который стоит до хрена бабла. Так что смотрите. Но этот выпуск не про комп, этот выпуск про сумасшедшую зарубу с Русланчиком. Поэтому будем зарубаться, разогревать, готовить и включимся уже, когда все будет готово. И будем мочить! Так что перед началом этого видоса подпишитесь, поставьте лайк, ребятки, и не забывайте про колокольчик. Ах ты, как ты догадался! Догадался, блин, что я ему по яйкам хочу треснуть. Все, не переключайтесь. Всё, давайте, варим варенички. Погнали. Трамбуем, варенички трамбуем. Всем привет! И еще раз, друзья! Всем привет, ребятки! Мы наконец-то накрыли наш стол. Получилось у нас 16 тарелок, в каждой тарелке по 10 вареников. И общий вес, друзья, почти 5 килограмм, когда они сварились, это просто жесть. Я охренею. Не знаю, реально это осилить или нереально, но мы со школьником состязаемся, кто больше съест просто вот этих вареников, кто больше в себя запихнет, кто больше осилит. Время не ограничено, пока кто-то не придет до кондиции и не сдастся просто. Поедать мы будем, как вы видите, с острыми добавками, поэтому мы добавляем их в общую тарелку, перемешиваем и делаем очень-очень жесткую смесь. Первый ингредиент — это у нас хрен. Хрен. А у меня кавказка. Только хрена сильно много не добавляй, бо будет невкусно. Лучше добавить. Ну еще. О, у меня кавказская аджика острая, есть контакт. Следующего малого острый чили, это азиатский соус. Просто будет бомба смесь, да, Русланчик? О, блин, что с ним? Он такой и есть. Азиатский, Русланчик. Ого, хоры. Вон и крякнул. Ну и в размешечку добавим сырный соус, чтобы хоть чуть-чуть что-то было вкусного, приятного. Да, Русланчик? Угу. Дай бог здоровья, вот так вот прям нормально. Угу. Ну что, что ты скажешь? Я скажу одну. А горчицу? Ёлка. И у нас горчица, друзья, только чем мы ее? Попробуй так капнуть сюда. Не? О, капает.
Есть, я хочу очень сильно, просто невероятно сильно, поэтому буду максимально стараться и выиграть. Mm-hmm. Да, и выиграю школьника однозначно. Но вы, друзья, напишите в комментариях, поставьте на стоп, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как вы считаете, кто сегодня победит. Пару слов от Русланчика, и мы будем начинать. Пару слов от меня, сейчас порву этого малька быстренько. Ты давай там это. Вареники с картошкой. Варенички, это, блин, это гутерморгет называется с утра. Ты шо, блин, а? Лаванды объелся или шо, ё-моё. Ну шо, будем начинать. Подворачиваем свои капюшоны. Полетели, готов? На старт, а внимание, марш! Изи капка. О. А, бля, вот так. У каждого у нас 8 тарелок и кружка воды. Кружка заканчивается, его проблема. Ну да. Ты ешь охрип что-то. Угу. Да это как надало нагрузку. Это лето. Тут тактика. У меня тактика, я... О, остро, да? Почему? А, бывает чуть-чуть много, как за это, фу, блин. За гарнёж. С хреном. У тебя что-то аж голос пропал, шо с тобой? Там, блин, из-за этого. Гутер. Ты что-то вырвался, да? А я варенички люблю. Да? Не, вареники бомбические. Я хаваю вареники со сметанкой. А халя не трескается? Ну сегодня вон с горчичкой покушаешь. Или с хреном. Фу, мне уже становится что, да? Фу. Фу, блин, это вот если бы не горчица. Фу, блин, в натуре такое. Мерзкая, да? Угу. Острая. Тяжело хватается, да? Тесто. Фу, хрен, это, блин, вонючий. Тут хрен вонючий. Аджика. И вот то тоже невкусно. Самое нормальное, это кетчуп чили. Пять минут полет нормально. Летим дальше. Душа кайфуй. Ну что, у тебя чек уже переполнено? Да не еще. Ты уже, это ты уже 30-й доедаешь, 30 штук. У меня 20 чем-то.
Не, еще без соуса. Там мажик. О, сырный соус. Я тебе говорю, только так. Ми. И как горчица, блин, тяжело, блин. Она тоже детство. Что ты там бормочешь? У меня уже отсеки что-то забиты. Не все так просто, как казалось. Да, написал, это у тебя какая? Четвертая тарелка? Да. Вот если ты ее съешь, тут уже где-то будет, получается, тут 5 килограмм, ну почти там 4800. Ну 5 килограмм будем считать, это у каждого по 2,5 килограмма. Если ты это съешь, эту тарелку, кило, 250 будет уже. Вот я сейчас эту доедаю, у меня килограмм. Короче, тарелка 200 грамм, да? 250. Не, ребятки, тяжело идет. Там мне уже конкретно. Сейчас вторая воскнется. А с вас, ребятки, поддержка под этим видео. Поставьте лайков до хера. Ты шо, панда кунг-фу? Угу. Могу быстро нокаутировать. Фу, блин, а вот это мясо, я сомневаюсь. Да-да. Фу, бля. Картошка. Сдавайся. Вкусился. Мне уже не идет, но я не сдаюсь. Я бы вот так вот внутри картошку чисто выедал. Я, похоже, там недавно закончу. Блин, я не слышу, что ты говоришь. Ну, блин, народ полный. Так пережую. Я говорю, если бы картошку выедали, я бы уже давно закончил. Не, ну просто сейчас уже тяжко идет, конкретно тяжко. О, что-то маленький сегодня возбудился. Да какая у тебя тарелка? Пятая? Нихера себе. Сдавайся. Тут 8 тарелок. Угу. Если каждая по 250, это 2 килограмма выходит. А тут 2,5. Каждая где-то 300 грамм. Угу. Это ты какая? Пятая. Пятая? Угу. Вот если ее съешь, это будет 1,5 килограмма. Хватит. Полторушка. А у меня вот четвертая. Но у меня что-то не идет. И нахрена. Сдавайся. Подготовился. Угу. Не, это я по-любому доем и следующую. А потом посмотрим уже. Сдавайся, сам сдавайся. Ты не вывезешь. Маленький. Необычную папку. Братан, не чувствую. Вообще, а эти пельмени не чувствую, понимаешь? Вареники пельмени. Пельмени, вареники. Не чувствую вообще. Ох, сейчас. Да нет. Уже реально хреново.
Ну что? Все, твердый. А, если вы видели мой живот, он просто вот так снизу и до самого груди, до самого солнышка вот так напух просто. Что? Слышь, не базарь. Что ты ко мне пристал, блин? Хавай себе молча, блин. Не лезь ко мне. Все, все. Может, у меня сейчас второе дыхание откроется. Надо подождать просто. Ну подожди, ты вот это пережуй, а то если ты выплюнешь, это у тебя минус тарелка, и мы наравне съели. Шо? Так полнородно пишут, не считается. Вот потому что ты это даже глотнуть не сможешь у тебя во рту. Потому что у тебя там уже переполнено все. Как-то глотнул. Покажи. Что ты мне показываешь? Базара нема. Тогда базара нема, молодец. Шо? Не, все. Уже что-то становится прям тяжело так себе. Они еще тяжелые, блин. Реально. Короче, мой рекорд столько, я больше не осилил. Мой рекорд 5 тарелок. Мой тоже. Какой? 4. Мой 4. Короче, ты 1.5 килограмма съел, я 1.2 кило. Очень батуха. Просто сегодня не мой день. Так у меня в планах было все съесть. По маленькому просто. Проголодался? А сегодня, блин, в холод пешком ушел. Ну, нахрен. Друзья, очень тяжело сейчас. Состояние просто нереально. В животе творится. Он разрывается. Фух, даже вдохнуть тяжело, блин. Ого, сейчас, блин, надо, блин, сделать процедуры одни. Клизму, что ли? Да не. Трехлитровую? На. Чепетишку. Да. Малого трешка не берет уже, он 5-литровую делает. Отрыжка, да, херячит тоже. Блин, надо, знаешь, каким разнообразным. А то картошка уже наедает. Надо, блин, чтобы было один хоть с капусточкой там. Не бывает с капустой, ты что, сдурел? Вареников? Угу. Не ты мне. Бывает с капустой вареников. Угу. Напишите в комментарии, ребята. Ни разу не видел вареники с капустой. Ты же гонишь? Ты что, пьяный? Совсем пьяный, блин. Конечно, есть вареники. Ну понятно, если налепить, то можно с чем хуй, блин. Вот продаются. Да. Где, в Ярмолино? Mm. Нема там. Там да. Точно нема. Короче, ты задрал. Малый, блин, а нихера не знаешь. Все равно магазин продается с капустой. Нет. Пирожки с капустой можно. Тонкие пирожки. Да. В общем, друзья, все. Малый победил. Поздравляю. Вам будет перечислено на карточку денежное средство или сразу перечислить. Чтоб у зрителей вопросов не было. Давайте сразу перечислим Русланчику 100 гривен. Порядочно. Оу. Бамбухи. Да, за победу. Оу. Так, сейчас мы заходим, значит, в банк. Сейчас я вам покажу. Только там что-то, главное, данные никакие не показывали. Да нет. Нет? Или может, да. Перевод на карту. Вот. 100. Вот, смотрите. Руслан П. написано. Это твоя, да, Руслан? Подожди, подожди. Но там все равно не записано. Вот, смотрите. Руслан П. 100. Надислати. Готово. Опа. Все, переказ відправлен. О, вот это порядочно. Все, Руслан П. Минус 100. Делай деньги. Вот так, делай деньги. Поздравляю тебя с победой. Друзья, ну мы максимально постарались, мне просто уже реально хреново. Говорю, еще штук 5 бы съел бы и все. И пипец. Да, и 5 бы не съел. Не, ну съел бы, но тогда бы тебе точно было уже все просто. Кирдык. Просто шайба, реально. Всем спасибо за просмотр, друзья. Просим вас поддержать нас. Лайком и подпиской на канал, ребятки. Да.
И кушайте, но не переедайте. Да-да-да, потому что нахрен оно надо, потом живот целый день бурчать будет. А после такой дозы может и что-то залепить. Клапан точно залепит. Все, всем до скорых встреч. Пока-пока, ребятки. Скоро 100 тысяч. О, а у нас уже на канале целых 90 тысяч, так что поздравляем всех. Мы это сделали, ёкалы мне. Все, аравидарчи, до свидания, пока-пока.